В Кичигинском лесничестве сегодня неспокойно. Здесь стреляют, валят деревья и рубят сучья. Несколько этапов состязаний должны пройти команды лесничеств в Челябинской области, чтобы побороться за денежный приз. Однако это не главная мотивация собраться вместе. Встречаются именно коллективы, обмениваются опытом, обсуждают, какие есть на территориях проблемы, как они решают эти проблемы. Специфика работы в разных лесничествах, она действительно разная. В горнозаводской зоне это одна работа, в степной зоне это другая работа. Чтобы леса бодро зеленели, необходимо тщательно следить за заполняемостью участка здоровыми деревьями. В этом помогают специальные приборы. Мы поднимаем до самой макушки и замеряем высоту данного дерева. Вот, высота данного дерева у нас составила 23 метра. На работниках лесничества лежит большая ответственность, да и труд их бывает небезопасен. Поэтому проверку знаний необходимо устраивать каждый год. Везде главное, как мне кажется, излишне не торопиться. Потому что вальщик – это профессия все-таки опасная, поэтому спешка здесь ни к чему. Поэтому здесь дается время, вот, допустим, на валке леса дается 3 минуты. То есть, если человек укладывается в 3 минуты, он получает одинаковое количество баллов. Уже свыше 3 минут там вычитываются баллы, получается так. Работник лесничества – профессия непопулярная, однако сами сотрудники любят свое дело. Они рады заботиться о лесах, находиться на свежем воздухе и общаться с природой. Инна Левошина, Наталья Шмухаметова, Урал-1.